Благодаря вашей активной гражданской позиции, мы с вами объединенными усилиями защищаем Украину от террористов и бандитов, посягнувших на мир и спокойствие Донбасса. Граждане Славянска, братья украинцы, вооруженные силы Украины пришли восстанавливать мир, закон и порядок в вашем городе. Украинская армия намерена вернуть вам безопасную жизнь и спокойствие за своих родных и близких. В ближайшее время всем нуждающимся будет предоставлена вся необходимая гуманитарная помощь. На нашей стороне активная помощь каждого честного гражданина нашей страны, европейского сообщества и развитых стран. Руководство антитеррористической операции настоятельно призывает вас не помогать сепаратистам и наемникам, которые принесли вашему региону и вашим домам только горе и несчастье. Они грабили, насиловали и убивали. Именно они разрушили вашу мечту о лучшей доле, свободу и стремление к достойной жизни. Эта мразь, жестоко обманывая вас, обещала вам призрачные народные республики, а в результате посеяла разруху и хаос, в короткий срок рассорив единый народ. Они обещали братские объятия России, а в результате предали вас. Лидеры террористов, вцепившись в награбленное, бросили вас, оставив наедине со своими проблемами. Нет им прощения ни сегодня, ни в будущем. Лучшие представители Донбасса, мы никогда не отрекались от вас, и вы тоже свободные граждане нашей единой Украины. Но часть из вас стала заложниками преступной политики кремлевских наемников. Оберегайтесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре. Не слушайте тех, кто призывает вас убивать и лить братскую православную кровь. Пройдет час, и цветущий Донбасс восстановится от горечи утрат. Ваши семьи будут жить по-новому, а дети будут иметь достойное будущее. Слава Донбассу! Слава шахтерам! Слава Украине!